Здравствуйте. Ну давай же, Сэнди, поделись своим опытом. Такого опыта никому не пожелаю. Как не отгоню машину к механику, так мало того, что они вытирают свою грязную обувь, а мои коврики я еще в поте лица чищу их каждую неделю. Ну и что? Что? Хотя бы один раз дал сдачу. Вон на ту надо нажать. Она взяла и начала разгоняться сама по себе. А вот и закон с его длинными ручками. Господи, нет. Нет, нет, только не это. Есть проблемы, мисс? Проблемы? Нет, сэр. То есть нет, офицер? Я не вас спрашиваю, сэр. Нет проблем, офицер. Очень вы резко рванули из-под светофора. Ваши права регистрации, будьте любезны. Прошу прощения, сэр, я просто... Я едва коснулась педали, а машина вдруг взяла и рванула. Сама-то. Я очень осторожный водитель, сэр. Я просто ума не приложу, что случилось. После осторожных водителей на дороге не бывает полос горелой резины. Но так оно и было, само собой. Регистрацию. Но я действительно не знаю, как это могло случиться. Это называется просто лихачество, мисс. Я только что забрала машину из мастерской. Там мне все отрегулировали, а теперь я еду навестить маму. Что, такой насыщенный день? Да. Заведите двигатель, а я послушаю. Похоже, мотор у вас в порядке. Сейчас да, а вот минуту назад не уверена. Вам надо обратиться в мастерскую. Но я только что оттуда. Если вы желаете удостовериться, мастерская есть выше по 15. Спасибо, сэр. Постарайтесь ездить осторожнее. Я постараюсь, сэр. Очень на это надеюсь, мисс.